Правила поведения, если ты оказался в здании во время землетрясения. Первое. Успокойся. Если почувствовал толчки землетрясения, действуй быстро. Второе. При первых толчках найди укрытие. Укройся под столом, отойди дальше от окон. Третье. Покинь здание до повторных толчков. Во время эвакуации запрещено пользоваться лифтом. Четвертое. При эвакуации защити свою голову, остерегайся падающих предметов. МЧС России напоминает: знание простых правил поможет тебе в сложных ситуациях.